Давай пока хранят вызовы. מצליח לקלוט את המספר שלו? לא. בעקרון יכול להיות אם אני מצלם לא וידאו, אני מצלם וידאו. Как не умудряешься с такими стеклами? Тебе нужно делать хорошие фотографии. Я обычно не ним фотографирую. Ним? Да, все, мы сомкнутый аппарат здесь поставим небольшой. Да, можно пушечку такую. 40 миллиметров, 45-ку, так бабах и все. И как бы. Вулкан. Да не, вулкан потом, блин, собирать крошки по всему акватории. Опять устраивать субботник. А я говорю, 45-ку, один бах и все. Даже рядом бабахнет и уже. Да, и потом собирать мусор легче. Да. Один снаряд. В принципе, отсюда можно гранату докинуть. С подствольником. Да. Да, легко. А ты глянь, как они сетку кинули. Засыпали сеткой всю акваторию. А здесь рыбачек нет. Я так понимаю. По-моему, можно... насколько я помню, нет. Как бы сетками. Есть же этот, есть карта морская, она нарисована. Я не помню, где она заканчивается, акватория, но, по-моему, сам порт тоже тут. Это не браконьеры. Они из Джасара Лазарки, скорее всего. Да? Это деревня. Она вот она, да, Олег? Вот это вот деревня. Где? Там. Да? Да. Я на него руку поставлю. Из газа. Да. Надо сейчас за нору сетку будет порезать. И намотать на моторы. Все, уже поднимаю, да? Быстро, да? А, пошла на сетку. Вчера в Пальмахим была это, сардины. Прям облаком, черным облаком. Прям видно было с берега, как сардина кишит. Вы туда ездили? Или видео выкладывали? Там народ выложил фотографии. А вас ждали на этой неделе эти Деннисы, куча Деннисов было. Прям кишило тоже. Мне кажется, что не будет у них там.